утро. Едем в Орел. Тяжкая жизнь путешественника. Ну так, ты знаешь, сгорали это, блядь, с тобой. Это типичное приветствие для всех служителей МУС. С днем рождения. Спасибо, блядь. Через 4 минуты в Кругли. Через 4? Ты представляешь, что мы были на волоске от опоздания? У нас субординация после галет. Оператору. Наливающему. Ой, расскажи, как ты пробовал мартель. Дагестанский. Когда погибли пельмени в нейтральной территории. У нас все время с бульончиком, они ему жареные немножко. Зиме, что сметаны горы там наваливают. Мужички больше, по моей господи. Мужчины разговаривают про пельмени. Расскажите нам про то, как питаются рок-звезды. Бизнес-ланджи. Бизнес-ланджи. Действительно выглядит по-деловому. Вкусовые сосочки до сих пор раздражены. До сих пор стоят. Вот, а мой друг нюхает кепку. Что вы там чешете? То, что Бог дал. Нет интернета, поэтому приходится читать книги по бизнесу. Бизнес в стиле фанк. Фанк? Интересная книжулька. Я надеюсь, вы как человек взрослый и здравомыслящий понимаете, я? Что... Что? Что вы охуели? Так оскорблять. Группа очень высокая IQ прибыла на место. Нас встретили организаторы. Мить, Борь, кто из вас с Олегом, кто из вас кто? Так, все, вот. Ты с нами. У Олега сломался инструмент, который называется козу, и мы теперь идем в Мусторг, чтобы попытаться найти новый. Да. Нет, она должна дребезжать. И они неразборные. Она у нас клеилась. А что-нибудь подобное у вас есть, может, там из народных вот таких? Куделок, дунделок, жужжалок. А что это? Ёжик. Это ёжик. Давайте возьмем ради смеха. В ёжика будем дуть. Теперь в Орле ёжиков не осталось. Козу раскупили. Ёжиков! Всех подчистую разобрали. Это не черная икра, это ёж. Ядрёна в Орле найдёшь. Так, господа, мы в городе Героя Орле на фестивале. Как это? Фабрика щей. На фестивале «Фабрика щей». На фестивале «Хуй кого народ». И, честно говоря, мы не понимаем, что мы здесь делаем, но... Через час наш выход. После них одна. Ой! Олег Дуда. Тут же ж до хера этих холодильников. Ну я по частям не могу разобраться. Я все-таки надеюсь. Ну, нормальные. Мне все хорошо, а тут, блядь, секретик. Опа! Опа! Все для людей. Мы это никому не покажем. Да, это хобби. То, что он богатый, это заебись, он заработал денег. Молодец. Сейчас взять более-менее какого-то популярного барабанщика. Улрих с ним даже рядом по мастерству не стоит. Не, есть такие музыканты, как Пятитущий, слушать вообще невозможно. Людка! Песня радости! И счастья! Мы ненавидим Эверли! Мы с ними! Мы с ними!
мертвые!